Вынікам резкой змены надворья стал смог над Минском. Сегодня раніцей меньшине зауважили белую смугу над городом и отшули устойливый пагару у поветры. У гидрометцентра подтвердили, над Минском утворилось в облако смогу. Его спровоковали так званые приземные инверсии, забруджування нижнего слоя атмосферы. Погоршил ситуацию дым с коминов, який трапляє с приватного сектора. Зараз утримание шкодных речевов у поветры Минска перевышает норму вдвоя. И этот дискомфорт, который наблюдается во всех районах. И жители не зря жалуются, потому что данные не только на автоматических станциях, а и на станциях с дискретным режимом работы отбора проб, показали увеличение концентраций только по двум параметрам. Это углеродооксид и азотодиоксид. Больше всего страдают дети и пожилые люди, особенно у кого астматическая компонента. Потом сердечные. Сердечной недостаточностью. Им лучше, конечно, не гулять на улице. Специалисты гидрометеоцентра рекомендуют промысловым предприемствам Минска снизить выкиды шкодных речевов в атмосферу. Смог над Минском рассеяться прикладно про 2 дня, коли ветер станет мощнейшим.